Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Спасите, я под деревом. Сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Ёбаный рот, нахуй. Да, подожди! Чё? А кто третий танк? Зачем? Два танка. В 25-ке два танчика. Ещё три. Короче, на мне убей купи. Тут одна на 50% появляется. Из-под ебала уйдите там, алло, блядь. Потом под ебалом стрелять. На 50% все появится одна еще. Не наебал. Странно. Что-то поменяли, да? Ну это 50-ка героек, хуй знает. Отдай нахуй, ну где ты? Где бабл твой? Вы чё делаете, блядь? Блидринг, ну ты чё? Я же её забрал. Меткой не в нас убегайте. Убежали как раз. Ебать, что ты там сагро, блядь? Блять, две сали. Я был на долю секунды быстрее тебя.
Что? А? Чё? И никто не спекнул со третьего. Зачем? А то не надо. А трэш? Побеешь. Двух сторон попринимаешь. Босс уже почти лёг, блядь. Ближе к танку подойдите, чтобы он забрал. Чё за хуйня? Да я мелкого набирал массово. Святилище пало. Чё мне эти тапки делают? Они кому-то нужны? Хуй знает. Давай я распылю. И тапки. Я Шектору хотел дать, наверное, тебе дал. Я Шектору хотел. Шектор. Тебе надо? Держи. Танковые. Не, я раз спал имею. Нет, короче. Значит, нет, банк уже этим говном забит. Значит, три хила, значит. Что там? Хулидрин, значит, цвету танчит. Я как обычно начинаю, после метеора заберешь. Вот, значит. Это саппорты? Да хуй, да не, нахуя. То в темный, наверное. Сопроты можно вон Хэлла и Одри только оставить. Остальным нахуя. Значит, это самое. Танки, значит. Ничего никуда не крутишь. Вот как я в ромбике словил, так ты и с Халеном и стоишь. Не, я понял. Так, значит, хилы в свету. Рэйбу поставь, пожрём. Ой, бля, а кто свет хилит? Соло хипал, что ли? А, ну да, наверное, точно соло. Смотри, ты соло хилишь свет. Диспелить будет, значит, свету шелфир. Ты полностью диспелишь метки. То есть, чтобы хэпал на диспел ГКД не терял, чтобы не проебал людей. Вот частицу смотри, обновляй на хулидринке. Я это ауру даю в фаерную возьму. Возьмите там несбивайку к себе на тьму. Вот. Во тьме, значит, у рарника несбивайка будет стоять. И перестабав во тьмы есть у нас. Хилы во тьме. Ваша задача не уронить ни танка, ни метку. Вот танк войд. И метки, два челика, или сами, когда вы с меткой будете. Рарник, ты в ретрике помогаешь, ассистишь, флешками ассистишь. По метке, по мне флешки сдаешь. Вот, ну, на просадках, когда мы просаживаемся. Если вот, допустим, шаман метку понес, значит, ты флешкой его хилишь или меня хилишь. Вот. Ну, друид в курсе, да, все знаешь. Ну, там четыре лезвия будет, четыре шара, между ними бегаете. Пожалуйста. И самое главное, что вы должны понимать, значит... У нас будет сверху на третьей фазе материальность. Значит, она и во тьме, и в свету одни и те же проценты показывают. Вот. Но проценты эти означают вот что. Если 50%, все заебись. Если 60%, это означает во тьме больше дамага, чем в свету. И босс в свету начинает больше бить, но при этом он получает больше урона. Вот. Если 40%, это означает в свету больше дамага, чем во тьме. Вот, и во тьме он начинает сильнее бить на 40%. Хоть показывает 40 и там, и там. Вот. То есть, давайте так, когда... Ладно, похуй, в принципе, стопать не будем. Если будет 70, если будет 70, это значит во тьме нахуя дамажит, то во тьме стопает... Давай, Биг Дэм. Вот, а если... А ты всегда бьешь. Если этот... Кто он? Ты бьешь для прока флешки. Это, блядь, если будет 30, то есть если во тьме сильно дохуя будет дамажить, подожди, 70, это 30. Да, 30. Если будет 30%, то в свету сразу стопают два шпшника. Только маг один бьет всегда по КД.
Вот, вот и так и порешаем. Запомнили, да? Вот. И еще самое главное, чтобы не вайпануться на этом боссе, ваша задача реагировать на метку мгновенно. Метка будет и в свету, и во тьме. Вы выносить ее должны на край. На край это вот здесь, вот по этой линии. Возле стены огня, вот здесь. Не куда-то там под пузо, не где-то там. Диспелящики, диспелим там. Так, шаман, друид, кто с вас диспелить будет? Друид, наверное. Шаман побольше волн через... Давай, друид будет диспелить во тьме. И шаман волны через войда. Ну и рарник флешки. Вот, ну и все. В принципе, нихуя сложного нет. Заходите за линию. А, вот вам рыба. Вот где рыба стоит, там и сядьте. Чтобы, когда я запулил босса, вы не оказались за линией огня. Вот кто там сидит. Вот Бен Стиллер поближе пересядь. Так, готовимся. Ни отчета не даю, ничего, просто стоим, ждем. Серфин фул ДПС. Сейчас еще три лопушки сдам, нажмешь там. А, ты нажал? Ладно. А там дохуя у меня агро все, на ЛПшке, видишь. Тер побежали. Все, еще раз таунти. Все. С метками, сука, не слакайте, я каждого анонсить не буду. Если придется вам каждому анонсить, ну я не знаю, разойдемся нахуй сразу. Босс вообще картонный, вон метка. С меткой реагируем прям мгновенно. Вот это какой пидор сделал? Челфир, нахуя? Че, ее дальше? Дальше, надо на край выносить. Вы так будете диспелить, мы хуй когда убьем, блядь. Перебежали метеору. С треугольника заходим. Кроме Шектора и Холидринка. Так, один шаман, давайте Геру сейчас. Носи на край. Начинаем двигаться заранее, привыкаем сбоку, 90 градусов отходим за боссом. Скоро будет лезвие. Двигаемся. Луну, луну. Вот лезвие, отлично. Хэлла захильте. Что за хуйня, ты дыхание слил, что это было? Не знаю. Все, так и продолжаем дальше. Где исчезли лезвия, там и появится в следующий раз. Главное, ни право, ни лево, ни шагайте, ни хвосту, ни к голове. Вот лезвие 3 секунды. Типа, это, не врежься в лезвие. Сука, захильте его. Вторую метку, вторые лезвия всегда осторожно выносите. Между двумя шариками. 1% до фазы. Милики, стоп, дамаг. Редрик с варом стопайте. Уходите, вторая пати на выход. На выход идите. Маги, ШП, быстрее. Вы вышли? Так, выноси метку. Сейчас лезу. Беги к нам. Все, в свету бейте спокойно. Анонси там в свету, Шалфир, что делать. Все, просто живите в обоих мирах. Даже не, ну, сильно не напрягайтесь. Метеор, 3 секунды. Хэлла выноси, рарник подхиливай. И его, и меня. Пресса выноси. Метеор. Перебежали. Я пресса. Че, нормально там? Бля. Не, вы бичи что ли нахуй? Бля, вот тебе и бля. Падаем. Заходите в лужу. Что за хуйня, сука? Падайте быстрее спиной к боссу, заходите в лужу, блять. Резко делаем все. Нихуя сложного нету, сука. Смотрите, блять, внимательно. Пиздец. Смотрите на Биг Дема, блять. Выберите его в цели, смотрите, как он стоит, нахуй.
Так а чё прикольно, бля, мне не прикольно нихуя. Так это, добегают до края, до стены, блядь, метки выносить. Не где-то под пузом там, блядь, спэль. Заходите в инстрещи, блядь. Вы вылетели, блядь. Сука, пока все не умерли, не заходите ебучим призраком в инст, блядь. Сколько раз объяснять? Это пиздец просто. Нихуя сложного нету. Ебать, и на шары смотрите почаще, блядь. Сами глазами видите, где у вас, сука, шары. Таймер, лезвие, когда будет, блядь. За линию заходите. Все, бегу. Короче, не буду ЛПшки отдавать, так понабиваю. Ну, точнее, усиление. Вот теперь, наверное, отдам. Метеор, 3 секунды. Че, забирай, набирай. На танке метеор. Что делать будем? Стоять, да? Да стойте на месте, блин. Да не, хули дринг просто не бежал. Вы перебежались, значит стойте здесь. Перебегите на другую сторону, те, кто с той стороны стоит. Я буду там же с ромбика заходить. Потом босса обратно повернешь и ромбик лицом. Выноси пэса. Пэса выноси. На край неси. Пускай донесет. Не туда бежишь. Вот ты бежишь, прям дыхание сейчас будет. Ой, ебать. Ай, сука. Ладно. Под дыхание никогда не бегайте, блядь. Метеор перебежали. 2% фаза. Готовимся. Заходим с треугольника. Геро. Так, стоим, сейчас не будем двигаться. Вот смотрите, шарик, который идет, вот между ними сейчас будет лезвие. Вот, нормально. Двигайтесь. Главное на шары всегда смотрите. На темные, на вот эти. До стенки не получается, что ли, добегать? Не справишь. Подальше от босса стойте, чтобы успевать быстрее до стены дойти на фул. Значит, 3%. Где исчезли лезвие, там появится в следующий раз. Вот. Смотрим внимательно. 0.5%, готовимся. 2 шипы, маг. Появляется портал, выходите. Вот быстрее выходим. Дыхание, смотрите, не словите. Великий, автоатакой побейте, там 5 секунд. На автоатаке посиди, сейчас выровняется на 50. Шалфир как сдох. Ебать. Метка. Не знаю, еще не вышел. Обжигал. Даже. Плюс танк поднимал. Ты когда на мне метка 50 на 50 жми. Или ключ. Ложимся. Давай. Я ключ сдал. Еще во тьме был. Когда вы выходите, не бегите, пожалуйста, под ебало. Вот смотрите, вот появилась, началась стоять вторая фаза, 50%. Видели портал? Подождите, блядь, пока он, сука, дунет, нахуй, пройдет каз дыхания, потом бегите, нахуй. Если вы будете бежать под ебалу, он вас просто задышит, нахуй. Вот, ты не смотрел, за чего умер? Чем посмотрим, что в деталях пишет. А я не увижу, потому что ты в свету сдох, а не во тьме, нихуй. А чего Шалфир еще раз сдох? Детали смерти линканите? Нету, я говорю, он в свету сдох. Либо он во тьме сдох, блядь, от дыхания. Кто сдох, я? Да. Я не сдох. А, Шектор.
сектор. Да, умер в свету от дота. Как убегал. Ты сдох? Ну, дот повесилась, я убегал, лечился. Ну и сдох от нее, 20 он пролетел. Убегал, лечился. Частица где была? На танке. На танке. Ну что, шока не было? 4-4. Шоки сдал, почему нет? Лань свободу еще вытащи, чтоб. Мне 20 тысяч чем-то дало, прям в лицо, бах, и все. Долго выносил, значит. Долго выносил, я хуй знает. Долго выносил. Вот смотри, вот ты стоишь, да? Вот. У меня есть саппорт на мне. Вот тут примерно стой, ближе к стене. Ну, чуть дальше, вот примерно, блядь, сейчас тебе покажу. Примерно вот на таком расстоянии от босса стой, чтобы тебе вот раз прыгнул, два прыгнул, и ты уже вот тут на краю. Вот тебе надо выносить. А я под ним стоял. А мы вдвоем стояли, получается, когда, ну, время есть, один отбегает, другой лечит. А сейчас когда и этот самый Шалфир, ассисти по нему щитком, это раз. И второе, поставь там связующее или какой-нибудь, тоже флешку какую-нибудь залупу поставь. Вот он выносит, да? У вас нихуя ассистов нету никаких. Полидринг себя не хилит. Ни ПС, никто его не хилит. Ни маг, тем более, он не хилящий класс. Вам нужен ассист. Щитовок кидаешь. На него, на метку сначала кидаешь. Если он, ну... Да, короче... Под дыхание ключ сдал. Ассистите, блять, хуй знает, нахуй. Так хипало проебать, блять. Себе длань свободы кидай. Длань свободы не надо. Не она не нужна, длань свободы. Она только во тьме нужна. А, во тьме только? Да, только темная лужа только замедляет. Шалфир. Вытаскивай там, сделай, чтобы у тебя или флешка была, или что-то, или молитва восстановления, за лупу. Ему щитка еще кидать. Все, готовимся. Зайдите за линию, кто там. Три лпшки еще. Все, забирай. Перебегаем. За хвостом перебегай. Кто там с меткой был? Ну, перепрыгивай прям через лужу. Вся флешку наш. Метеор, 2 секунды, готовимся. Побежали. С треугольника заходим. Незыбку, это, стерию надо? Геро, да, давайте. Да, давай, давай. Давайте, Геро. Вот смотрим лезвие, видите шарики, которые вот сейчас возле хвоста прошел босса. Вот этот шарик, это наш сектор идет. Вот наш сектор. Готовим двигаться, начинаем. Вот. Тормозните дамаг немножко, стопните, на автоатаке посидите. Сейчас мы дождемся метку. Так, сейчас метка будет после лезвия. Все, сейчас переход. Давайте переводим. Все, фаза пошла, третья. Сейчас метка, смотрите, будет. Не спешите в портал выходить, метку сначала вынести. Все, стопните это. Метку выноси. Выноси, выноси, бьер. Все, присты, маг, выходите. Рарник, стопни там дамаг. Сейчас в свету догонят. Пэса, ты вышел, нет? Пэса не вижу, чтобы вышел. Чё за хуйня? Хэлла, блядь, как? Вставалку юзай в свету. Чё, посмотрим. Вставалку юзай. Встал?
Да. Скажу, когда зайти. Друид соло хилишь. Даю Т4. Или не даю еще. Дал Т4. А, далеко он метеор. Заходить? Готовься, нет, стой, пока стой. Лезвие ждем. Друид, давай хилер. Что, не видим, да? Падаем. Вот скажи мне, в чем проблема, блядь? Падайте в лужу, заходите спиной к боссу, падайте. Хэлла дыхание, блядь. Биг дэм лезвие. Ну, блядь. Я вижу. И чё, вот и как? Что сделать? Дыхание откуда у босса? Из морды, блядь. Лезвие где? Все видели где, блядь. Как дела у вас там, блядь? Нормально всё? Ну, я в твоей, как говорится, территории стоял. Ебать. Не охуею, блядь. Вы стойте так, чтобы вы были в секторе. Лезвие их... Это... 20 секунд нет, 10 есть. 20 нет, 10 есть. 20 нет, 10 есть. И ПКД так. Биг Дэм, ну как так, нахуй? Подзаебался уже? Ну, возможно. Время-то уже первый час. У меня, допустим. У него, наверное, да, тоже, у нас, да? У нас тоже, у нас сейчас сибирское время. Давайте один трай, нахуй, все, я ебал эту хуйню, нахуй. Завтра на работу еще. Завтра в 25-ку идти. Прекращайте ебланить, блядь. Тут нехуй бить. Ебаный босс манекен, нахуй. Выносите метки, смотрите лезвие. Сука, лучше не подамажьте, блядь. Сделайте правильно. Зайдите за линию. Все, иду запускать. Все забираем, в принципе. Метеор. Убежали. Метку за хвостом. Вот отсюда, где я прыгаю, можно бить. Автоатака. Здесь где дерево примерно стоит. В принципе, нормально. Метеор, 2 секунды, готовимся. Побежали. С треугольника заходим. Так, вот шарик идет в нашем секторе. Вот. Начинаем двигаться. Вот сейчас лезвие. Вот маг назад. В шарик только не забеги, он тебя убьет. Он 15 метров вокруг себя уешет, как лезвие бьет так же. Также стопните, побью это, подождем лезвия и после них метку. По ходу движения двигайся во время лезвия. Захиливайте. Челфир дыхание. Все, идите. Присты, маг. Все, смотрим метки. Рарник. Три лезвия скоро будут. В нашем секторе двигаемся.
Метеор перебежали. На танки. А, на танки. Жарник, подхиливай флешками всех. Стерею дал. Метеор, 3 секунды. Сюда беги, маг, метеор. Зыбку дал. Свет, свет, что там? Не знаю, это означает, что во тьме дохуя дамага. Наоборот, свету дохуя. Чё? Слегли. Да. Метеор. А кто это спорит? Побежали. Как рано диспорит? У вас урона здесь нету. Падайте, хули вы бьете, первая пати лежит, не видите? В лужу заходите. Так, ну чё, всё, да? Не, ещё попробуем, ещё. Пару, правильно, ты можешь. Ты подальше от лица дракона стой, вот лезвие идёт. А я не от лица дракона умер. Я не от непрохила сам, себя непрохилил, умер. А, хуёво. Быстрину вот на себя говорю. Оставляй. Друид там соло захиливает все. У тебя что, щиток на мне должен висеть, по мне меньше будет. Потом что, друид, когда он выносит, ты на него омоложение. И этот, если надо, ну, покров начинаешь кастовать. А я-то в курсе, я говорю, прослакал, прослакал. Сам дайте, себя не дайте отхилил. Масло. Да пожалуйста. Там дыхание убило, блядь. Не, меня не дыхание убило. Да я говорю, дыхание, мне же видел. Я чпокну его прям сразу, чпунь. В этом информация о смерти не было дыхания. Сейчас еще гляну. Зато видно было, что дыхание убило. Там просто, блядь, босс не в центре. Ну, точнее, лезвие не через центр босса проходит. Надо смотреть. Поехали. Подойди, враг. Побежали. Пиздец. Чё за хуйня? Ой, блядь. Друид, треса его попробуем. Бля, я думал, падаем. Я понял, блин. Теперь падаем. Круто. Заебись. Чётко. А чё, вот чётко, ты его не хилишь. Котки друида, где на нём, на фул, блядь? Вот, давай, вот за этот момент, что было? Полученное исцеление, смотрим. Открываем, танки получают что-то исцеление, смотрим на Шалфира, нахуй. Просто как два хила играют. Шалфир, исцеление, блядь. Объятие вампира 367. Пэса, нахуй, 166, нахуй. Хэлла, блядь, цепное исцеление, 144. Рарник, 52, правосудие света. Это что, нахуй?
Два хила, хули смешного нахуй. На где? Мне метка где? Была, я ее уже носил. И что, блядь? Ну, я сам себя хилил. Сейчас метку кто выносил? Шектор. А сдох Шалфир как тогда? Да, какое, блядь, исцеление? Ты посмотри, он просто в метеорит попал. А, сдох, точно, 29 точно. Тысяч урона, блядь. Ебать, 55 тысяч. Не, я что-то не про то смотрел, я подумал, это Шектор сдох, нахуй. Да какой? Шалфир, ГЦ, нахуй, косячник. Сука. Да я не могу диспелить, бегать, так а нахуй дамажить. Тебе, нахуй тебе диспелить, вас двое на первой фазе хилов, блядь. Нахуя тебе диспелить, съебался на ту сторону и все. Метеор тут бьет. Метеор тут бьет, сука, не как в обычке 10 тысяч, нахуй, урона, что все живые могут в нем стоять. Он бьет по 100 тысяч, нахуй, это здесь он 60 тысяч. В Гере он будет 120 тысяч бить, там будет ваншот. И здесь ваншот, как все убедились уже. У нас, смотри, у нас все снимать могут. Я могу, ты можешь, танки могут. Тут, блядь, ну, практически все снимают. Ну, то есть, если ты кто-то снимаю, убежал, да? Ну, я знаю, что я сам все сниму. Не надо за мной бежать. Спасибо, конечно. Короче, Шалфир только на третьей фазе. Когда он один хилит, ты не спелишь. И двигаться от метеора в это время все равно тоже надо одновременно. Если на аварии, да, конечно, там снимать надо, а так. Что, забираем? Метеор прибежали. Пэса умрет. Он сам с ними. Не волнуйся за меня. Под ебалом бегаешь, Песа. Блять, какого хуя? Братан, ну тут ебало на дракона. А стой на той стороне просто и все. Дамаж уже, ну что ты встал-то, блять? Пиздец, Песа. Вы что, конечно. Сука, не отличаете у дракона хвост, лицо, бок, блять, или что нахуй? Ребята, блять, мне страшно становится. Это пиздец, конечно. Перебежали. С треугольника заходите. Стерею надо? Да. Метка. С метками не дрочите, побыстрее смотрите, что у вас метка появилась. Вот тот шарик возле хвоста идет, это наш сектор идет. Вот от хвоста босса пошел шарик, это наш сектор. Вот начинаем двигаться. Вот. Сейчас Хэлла только надо не сдохнуть, и все, и заебись будет. Постараемся. Угу. Первая, вторая, этот... шипешники и маг. Выходите быстрее, пока, блядь, метка не появилась, сука, темная. Все святое, светлое. Вот вы желаете. Бля, под луч пошел. Захильте, захильте. Так, у вас... Сейчас я спрошу, сколько в свету будет. Песа выносит. Метеор перебежали. Татарана диспельнул, да? Не надо диспельнуть. В свету у вас какой процент показывает? 50. А, все, 50 выровнялся. Пока бьем.
Сейчас, когда поменяется, спрошу, какой вас показывает. Шектора выноси. Шектора захиль. Танка захиль. Прожмитесь там свету. Сейчас какой у вас процент? 40. У всех 40. И там 40. Метеор 3 сек... 2 секунды. Сейчас будет. Прибежали. Вот, Бигдем, не, в... не это влезли, не попали. Нормально. Так, полтинник. 50%. Нормально, нормально. Шектор. Щиток. Спыл. В одной точке стоим. Сорок, это получается у них больше дамаги сейчас. Сейчас вы больше. 40. В лезвие 40. Не занеси, в лезвие не занеси. Осторожно, сейчас лезвие будет. От шарика твоего беги. 3 секунды. Беги, беги от шарика. Во, нормально. Так. 30 показывает. Это что, тьма стоп получается? 30, свет, да. Свет стопайте. А, свет стопает, да. Отойдите от огня. Сейчас вот мне побольше. Свет вообще не бейте, не обновляйте доты. Короче, сейчас не зыбку дам. 40 свет. Слезвие будет, смотри, вернись в рейд. Кто там выносил метку. Ну, сука, тут осторожно бегай. Дыхание Шектор. Не попади. После лезвия вернись. Возвращайся. 50. Бьем? Все, бьем, бьем, конечно. 2 секунды метеор. Метеор. Прибежали, прибежали. Шектор, держи щиток. Там на хп, да, если еще гимн, если просядут. Ебой. Дох, попадло. Колечко, давайте. Заебись. Тебе надо? Крит РПБ колечко. Неплохое. Блин, такое колечко будет лучше ТТГшного? Я думаю, да. 271, ну, первое. 277 получше будет. О, 277 лучше, но вот это 71 оно будет тоже сделать. Ладно, рольте тебе... вот это, СПДшники. Тут крит, короче, с меткостью. А там... Меткость. То есть тебе нужен крит больше, чем коста. И плюс камень красный, и бонус красный. Еще тем. А, ну да. Крит РП рольте. Надо кому-то? А, я на ДК тогда возьму. Себе на хорошее кольцо. Куда, блядь? Тебе надо? Да. Ну хуя. Надо. Да, а что бы было? Так все равно ДК не забрать РПБ. Синдром андроида. Да хули не собирают, собирают. Давай, спасибо. Все, блядь, программу минимум выполнили. Ладно, ребятки, всем пока. Ачивочки получили. Там звания не дают никакое? Нет, захлёно, нет. Залича, да, да.